любителям загородной жизни большой привет! Сегодня вместе с Хускварна мы проверим, какое количество работ мы сможем сделать, используя только один заряд аккумулятора. Представляю вам аккумуляторную газонокосилку Husqvarna LC141LI, идеально подходящая для кошения сложных участков. Эта интуитивно понятная, надежная аккумуляторная газонокосилка может прокашивать участок средних размеров быстро и тихо на одной зарядке аккумулятора. Газонокосилка простая в управлении, мощный дизайн с жабрами, яркая окраска зверя. Работает от аккумуляторной батареи 36 вольт в обычном режиме, а также в эко-режиме Safe, при активации которого увеличивается продолжительность рабочего цикла. О всех режимах чуть позже. Сейчас сборка и характеристики, только самые важные. А дальше мы испытаем, сколько времени работает газонокосилка в обычном режиме и сколько времени нужно, чтобы зарядить аккумулятор. Итак, в коробочке первое – травосборник, рукоятка с панелью управления, ручка травосборника и крепежные элементы, томик руководства по эксплуатации и сама косилка. Снимаем множество защитных пленочек. Ох, инструкция красивая, замороченная. Вот сначала нам предлагается выучить все вот эти главы. Но мы ленивые. Начнем сразу с 28-й. Вставляем предохранительный ключик. Снимаем защитные колпачки с рукоятки. Теперь нам нужны крепежные штуки. Совместив отверстия на верхней и нижней рукояток, устанавливаем винты и шайбы, надежно закручиваем. Поднимаем рукоятку, отрегулировав ее высоту. Закрепляем кабель на рукоятке с помощью держателей. Ручка для травосборника с одного края вставляется, другой прикручиваем. Устанавливаем захваты травосборника на верхней части шасси. Десятиступенчатая регулировка высоты скашивания. Быстро и просто регулируется с помощью одного рычага в пределах от 25 до 75 мм. Рабочая ширина кошения составляет 41 см. Скошенная трава аккуратно собирается в комбинированный травосборник емкостью 50 литров. Дополнительно есть возможность приобрести комплект для мульчирования. Большие колеса на подшипниках. Вес без аккумулятора 18,6 кг. Уровень шума 89 дБ. Эргономичная рукоятка позволяет легко маневрировать даже в узких местах. Регулируется по высоте для комфортной работы, а также складывается, что делает косилку удобной и компактной для хранения и транспортировки. На рукоятке имеются кнопки питания, эко-режим и индикация заряда. То есть в ходе работы всегда можно подглядеть, сколько осталось уровня заряда. Активно, не постоянно. Но косилка не включается без предохранительного ключа. Расположен под крышкой аккумулятора. Он подключает аккумулятор, от которого поступает питание на двигатель. Разблокируйте ограничитель запуска. Он механически блокирует штангу тормоза двигателя, не давая прижать ее к рукоятке. Перед запуском ограничитель отодвинуть в сторону и нажать на рукоятку.
Для остановки отпустите рукоятку моторного тормоза. Аккумулятор для садовой техники Husqvarna VLi-200 на 36 вольт 5,2 ампер-часа. Литий-ионная технология последнего поколения. В корпусе аккумуляторной батареи, кроме элементов питания, также размещены устройства защиты и контроля заряда. Панель на ней имеет светодиоды, показывающие степень заряда, предупредительный индикатор для сигнализации о заряде, перегреве или неисправности. Зарядное устройство QC330 – устройство для быстрой зарядки всех типов аккумуляторов Husqvarna, в том числе и для профессионального использования. Имеет систему индикации статуса процесса зарядки и уникальную функцию автоматического охлаждения аккумулятора в процессе зарядки, что способствует увеличению его срока службы. Сейф – функция экономии ресурса аккумулятора, продлевает время работы, работая в лайт-режиме. Автоматически отключается, где условия работы требуют более высокой мощности. Также есть режим полной нагрузки, включается автоматически. При стрижке высокой или влажной травы двигатель увеличивает число оборотов. Когда надобность высокой нагрузки отпадает, двигатель возвращается в стандартный режим работы. Если газонокосилка не используется в течение 10 минут, она автоматически выключается. При окончании зарядки охлаждающий радиатор сам выключился. Идем косить. Ну что ж, жара спала, и мы начинаем наш эксперимент. Засекаем время. Буду делать паузы для перерывов. Ну что ж, начнем. Косили 26 минут. Давайте посмотрим уровень заряда. Два отделенница. Еще косить и косить. Кстати, что мне еще очень понравилось, что она достаточно низкая газонокосилка. То есть, если у многих газонокосилок вот здесь достаточно высокое отделение для аккумуляторов, то здесь аккумулятор, получается, вставляется внутрь газонокосилки, поэтому позволяет легко проходить под скамейками, например. Больше половины уходит под скамейку. Здорово. Ну все, косилка какое-то время стала тише работать, а потом выключилась. Отличный результат. Сейчас идем заряжать. Настало время проверить время заряда 200-й батарейки. Полетели? Ну, как правило, сколько косилка косит, столько батарейка и заряжается.
Ну, по моему личному опыту. 50 минут даже много для моего участка. Перекосила все вместе с дорогой и пошла косить у соседки, чтобы завершить эксперимент. 50 на 50 получается, 50 минут косим, 50 заряжаем. Это при условии эксплуатации в обычном режиме с кратковременным включением режима высокой нагрузки. В эко-режиме будет работать дольше. В заключение не могу не похвалить этого зверя и категорически рекомендую к покупке.